Приветствую всех подписчиков, всех, кто нас смотрит. Это снова мы, Лунный ландшафт. И сегодня мы, так же как и вчера, выехали на старые известные места. Вот, походить по нейтралке, походить по передовой. Вот. Может быть, удастся сегодня зацепить бойцов. Вот. Не знаю, посмотрим. В прошлый раз в итоге вот мы с ребятами приехали. Двух бойцов зацепить удалось. Было еще несколько раз, когда вот-вот, почти-почти, но личные вещи оказались без останков. Вот, посмотрим сегодня. Заруба тут была, что надо, в свое время мощные прорывы по 42-му году. Вот. Вся земля в осколках. Вот леса, наверное, этого вообще тут не было уже после войны. Лес такой довольно молоденький весь. Все тут разнесли. Сейчас посмотрим, погодка у нас сегодня дождливая, маленько, вот. Так что если камеру немножко там водой зальет, сразу извиняюсь, вот. Но буду протирать периодически, или что. Вот, ну посмотрим, ну, грибов может еще пособираем, грибов тут немало было в прошлый раз, вот. Ну, в общем, будем смотреть. Сейчас, ребята, я тут пока остался на месте. Ребята пошли забирать люк мехвода Т-34. Что-то приглянулся он им больно. Наверное, хотят на полочку в музей себе водрузить. Так, ребятки, вот еще хотел показать. Значит, еще одну полочку только придут по гостям. Тоже Кабрат Лесхоль делает. Кому интересно, обращайтесь в Инстаграм, ВКонтакте, уточняйте размеры, наличие и так далее. Вот такая вот, вот железная дорога тут нарисована, как раз где фронт в погосте проходил. Вот, кому интересно, можете в Никулино почитать, какой тут трэш творился. Вот такая вот полочка. Так, ну и сразу же первая находка. Вот такая запчасть от немецкой гранаты колотухи М24. Вот сюда вставлялся детонатор. Вот нижняя часть. Вот так вот. КД-8. Вот. Комары атакуют. Мы копаем. Что у нас тут? Это обрезок, это, видимо, обрезок от ящика ТМГ алюминиевого. Это у нас культурный слой. Крышка от газбака, что ли? Да. Это крышка противогазного бачка. Уже вторая здесь. Вот здесь отсек для незапотеваек. Тухлый. Да. Он тут же. Вон еще одна была крышка от газбака. Вот они, запотевайки. Стухшие. Еще кусок. Т-34.
МГшного ящика. Хвост от мины. Что-то какая-то то ли помойка, то ли чего. Вот. Ладно. Вот такой вот котелочек. Это не я копнул. Кто-то уже для меня его копнул. Просто решил показать. Вот. Буква В. Котел немецкий. Вот так вот тут шпарили. Все изрешечено. Ни одного живого места на котле. Ну, разве что здесь. Вот такой антураж. Вернулся я тут к нашим вещам. И прямо в 2 метрах раз сигнал четкий. Копал. Да что ж такое? Оказывается, вот что-то у нас крышка от котла немецкого. Уже антуражная. Я еще тут чуток добавил лопаткой. Ну, сохран так себе. Или она не антуражная, или я сделал ее антуражной. В общем, такая крышка от котелка немецкого. Вот. Так, что это у нас? Планерок, часть, проволочка. Дождик усиливается потихоньку. Надеюсь, что во второй половине дня все-таки он закончится. Хотелось бы, чтобы немного сухим походить. Хотя сухим-то не получится походить. Но, тем не менее. Немецкая дымоуха. Камрады где-то ходят, не пойми где. Заблудились, что ли. Такая дымоуха. Целая. Не распечатанная. Дождь усиливается. Да. Копаю рядом с дымоухой. Какие-то ремешки. Допремень. Видимо, был. Бутылка наша. А12, там 5. Что тут попадается, какие-то ремешки. Ну, попалась граната, яйцо Н-39, такая ушедшая, какая-то внутрянка
странная. Ничего, страна. В общем, такое вот Г. Еще одна дымоуха. Сейчас она тут из ямки из этой достал. О, противотанковую мину немецкую. Теллер. Который я не так давно рассказывал. Образца 35-го года. Ничего такой, с охраном. Местами бодрый. Вот такая вот краска. Уже вымокнемся насквозь. Как гильза у нас? Пак 37. Порохом макарехи. Так, это мы попозже запалим. Сейчас что-нибудь копаем. Я вон уже его нам макарон накопал. Макароны жрать? Да. Там снизу еще одна и еще что-то. Давай перекур уже хороший. Да вон на рожек 4,5 кило. Ну, чистого тола. Все ты испортишь. Вот еще одна. Уже молость посимпатичнее. Ремень был. Слышим? Да. Сохран 1940. Видишь, какой модный в краске. Я не зажигал. Сейчас вас укапаю. Зачем ты зажигалка? Еще бы ты весь портил? На английском футболку еще. Нормально. Что делать? Копай. Я покопаю, видишь. Маленькая отсушка. Угу. Вот такие взрываки в теллерах.
кусочек этот шнурок. Она все уже мокрая. Чем? По моментам сгорит и все. Вот. Пальцы тоже, блядь, мокрые. Понятно. У меня все сырое. Пять зажигалки. Сейчас кора мокрая. Поджигай вот здесь, просто заворачивается на лицо. Ну, видишь, нормально. Ну, не то чтобы нормально. А у нас костер. Слышь, Лёх? Лёх! Костёр у нас! Ну, не то чтобы костёр. Ты пока будешь ходить, тут всё потухнет. Что, она будет гореть, что ли? Сырое. Ты идешь сохнуть? Сейчас просохну. Так. Выручка. Выручка. Что-то ничего особо нет на ней. Наша, да? Похоже на красный выборжец. Погнала. Все, рядышком рубильный сигнал. Не да. О, лопата. Вот такая вот. Непонятно, чья. Опять начался дождь. Мы продолжаем. Что нам еще остается? Не знаю, ребят, как вам видно, не видно. Потому что я не вижу, что с камерой.
Вот. Наверное, залито водой объектив. Ну, а тут вот попалась монерка немецкая. Кружка с немецкой фляги. Такая неплохая. Вот там что-то даже подписано. Буква К. Ручек нет. Так вообще вполне себе живая. Вот. Можно мне что-нибудь хранить. ЕСБ 37, 37 год. Вот так вот под деревцом стояло. Чем цепанулся, не за нее, да? Угу. Что у нас? Это ложка от ложка вилки. Нечастая. Дизайн. Таких пока не видал. А что тут у тебя? Вон китель был. Да? Крючок. Пуговки. От домовухи крышечка. Надо? Большой. Я возьму, у меня такой нету. Это у меня стоит без крышки. Хороший, да? Нормально, да. Да. Там это. Мастерец. Насколько? Ну, глубоко. Ну, вообще он там вот, видишь, черный. Еще похоже. Похоже, да. Вон он. Углы, как положено. Угу. Так, а здесь я вот не помню, с этой там правая, левая, ворот нету. Это можно уточнить. Да. Пряга! Угу. О, наша. Класс. Надо помыть. Оп. Чё-то Да, нормально. Надо заодно тогда посмотреть. Мало ли тут. Да не, нормально. Да, да, да. Надо посмотреть, может, боец. Может и нет. Может, просто выкинули, потому что ворота поломались. Нам. Поздравления. Секси. Лепуте? Лепуте. Тыщ. Так. Маленько. Так, сейчас вот я, прежде чем все это тщательно перерыть, просто на сигнал решил проверить. Вот наша саперка показалась. Так. Так, значит, мы расчищаем. Бойца перемололо тут. Вообще не пойми, где чего.
Здесь нога, нога перебитая, рука. Здесь у нас, значит, ключица лежала, кусок черепа. Кусок челюсти был здесь, здесь, посередине зубы. Вот там еще у нас кость. Здесь, да? Все. Здесь. Пока, в общем, непонятно. Надо посмотреть. Может, еще и не один. Вот. Ну, из личных вещей у него чего там было? Ремень поясной кожаный. Патроны ППШ. ПТ-шные патроны. Зеркальце разбитое. Кусок зубной щетки. Части от противогаза, да, лопатка, пряга курсантская. Ну, пока больше ничего. Шутки шутишь? А, какая мокрая, холодная. Часть. Зеркальце. Как ты вовремя. Так, на сегодня мы немножко не успели. Бойцов оказалось двое. Как минимум. Вот. Сейчас соберем останки, которые нашли. И в следующий раз вернемся, будем докапывать. Один ногами туда, вот сюда лежал, а второй от него же, от груди, у него голова, и он ногами вроде как в сторону березы. Вот, надо смотреть, конечно, может оказаться, что их двое. Вот, в общем, на этом все на сегодня. Сейчас мы соберемся и поедем. Что там тут у них еще? Может, иголка была? Один, видимо, был с ППШ, второй с трехой. Диск ППШ, куча патронов россыпью. И подсумок с трешными гвоздями и иголка трешная. Видимо, этот боец был с трехой. Так, ну ладно, все, на сегодня тогда.